Работы по возведению пристройки к школе номер 17 начались. Вся спецтехника заведена, бригада на объекте в полном составе. Строители уже расчистили площадку, подготовили ее и приступили к крытью котлована. В мае месяце уже подрядная организация зашла на территорию образовательного учреждения. Территория была огорожена, проведены работы по обеспечению безопасности полностью. И в настоящий момент работы по подготовке самой территории котлована уже в 17-й школе начаты. Пристройка на 200 мест. Включает в себя 8 помещений для младших классов, помещение для сна группы продленного дня, спортивный зал, пищеблок, входная группа, а также музыкальный класс. Также будет производиться благоустройство территории, разделенной на зоны. Игровая зона, спортивная зона, техническая зона с учетом всех современных требований. Площадь озеленения составит 44,5%. За 3 недели подрядная организация должна выставить фундамент и заняться подключением к инженерным сетям. Возведение стен начнется летом. К концу октября строители планируют уже доделать кровлю. Напомню, что 25 апреля в нашем городе были заложены памятные капсулы под будущие пристройки к 3 школам – 7, 9 и 17. Пристройки к зданиям уже существующих средних общеобразовательных учреждений запланированы в рамках реализации президентского национального проекта «Современная школа». Они избавят детей, проживающих в центральной части Серпухова, от необходимости учиться в 2 смены.